Наши энергетики одни из лучших в странах СНГ. Алтайская бригада по техобслуживанию и ремонту оборудования подстанции защищала честь России на международном конкурсе профмастерства, который недавно проходил в Республике Беларусь. Один за всех и все за одного. Нет, это не мушкетеры, но в их деле командный дух тоже важен. 6 подстанций они обслуживают. То есть на их плечах, можно сказать, электроснабжение, 2/3 Алтайского края. Право представлять Россию на международном уровне Алтайская бригада получила после победы на конкурсе ремонтников в рамках федеральной сетевой компании. В белорусском Бресте наших специалистов ждали еще 8 команд из стран СНГ. Там нет слабых. Кто-то лучше справился, кто-то хуже. Это борьба нервов. Мы представляем все-таки Россию. И стоя на сцене, когда играет гимн, пробирает. Пришлось немного и перестроиться. В Белоруссии другие нормы, например, в спецодежде. А вот задачи везде одинаковые. Работа с тепловизором, ремонт трансформатора. Бывают и нештатные ситуации. Одно из требований конкурса – проговаривать каждое действие. Давление в норме, бомба на месте, механические повреждения отсутствуют, шланг без повреждений. Убираем. Готовимся к тушению пожара. По итогам 6 этапов конкурса наша команда уступила только хозяевам соревнований, белорусам, и взяла серебро. Плюс 2 персональные награды – лучший мастер и лучший производитель работ. Эльмира Минбаева, Юрий Мартынов, Вести Алтай.